Если перемотаешь это, не узнаешь кое-что важное. В этом видео Акстар на уроках с иностранными преподавателями притворится, что не умеет играть. А потом... Хорошо сыграет. Думали, скажу, вжарит? Приятного просмотра! Всем привет, это Акстар, и сегодня вторая часть «Притворяясь новичком» с иностранными преподавателями. Не буду долго задерживать, единственное, что скажу, что сегодня я разыгрываю остатки гитар, которые я закупал для розыгрышей гитар. Их осталось 7 штук, поэтому обязательно поучаствую, возможно, в последнем розыгрыше гитар. Вот. Ты знаешь, что делать, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий в первые 24 часа после публикации этого видео. И ты становишься участником этого розыгрыша. Итоги через 24 часа в моем инстаграме. Все, погнали! Кстати, в этом видео озвучивал иностранных преподавателей, как и в прошлом видео, канал «Голос Васи». Обязательно подпишитесь на него, делает крутые пранки в чат-рулетке с разными голосами. Все. Приятного просмотра. Обязательно напиши в комментариях, какая реакция тебе понравилась больше всего. Можно я покажу вам, как я хочу играть? Да, конечно. Вы знаете эту песню? Звучит круто. Это, наверное, очень сложно. Это очень сложное произведение. Что мне нужно, чтобы играть вот так? Но... На это потребуется много лет практики. Могу я научиться играть это за 3 занятия? Через 3 занятия? Ну, может, 4-5. Я думаю, нет. Это невозможно и невероятно трудно. Никто никогда не делал этого. Не учился так быстро. Но мы, конечно, можем попробовать, если хочешь. А вообще уйдет минимум несколько месяцев практики, чтобы изучить это. А вы будете удивлены, если я сыграю так через 3 занятия? Да, я буду удивлен, еще как. Да, я даже готов побриться. И все же, давай продолжим. Могу я сыграть одно произведение? Да. Блин, вчера я играл лучше. Норм, давай продолжим. И я знаю токийский гуль, можно я попробую? Давай, конечно. Блин, это звучит лучше. У тебя получилось? Получилось! Это получается, я должен побриться? Ну да. Пока. Тебя зовут Логан? Я Логан, да. Я из Америки. Штат Кентукки. Итак, я хочу понять, на каком ты уровне? И чего ты хочешь достичь? Я хочу играть фингерстайл. Ты знаешь, что это? Да, я знаю фингерстайл. Итак, у тебя есть какой-то опыт игры?
Небольшой, совсем небольшой. Покажи, что ты знаешь. Лады. Ага. Струны. Ага. Ага. Хорошо. Круто, чувак. Может, какую-то красивую песню разберем? Ты знаешь Stairway to Heaven? Можешь сыграть? Хочешь ее? Да. Окей, давай сделаем это, дружище. Какие-то вопросы? Не. Это лады. Первый, второй, третий, четвертый. Сейчас мы прижимаем сразу три струны. Получается хорошо. Это звучит как Snoop Dogg. Ага. Да, круто. Первый палец. Точняк, дай пять. Твой средний палец и мизинец на один лад ближе к тебе. А указательный остается. Выглядит сложно. Да, это сложно. Да, да, вот так. А потом первый, второй, третий и опять. Чувак! Да, это то, о чем я говорю. Я играю только три дня. Только три дня? Ты шутишь, да? Не-не. Я никогда не видел, чтобы учились так быстро. Я думал, все так начинают. Нет, нет, вовсе нет. Ну, я из Америки, может, в России все такие бешеные. Это ненормально для меня. Одну минуту, я отойду попить воды. Да, звучит хорошо. Я отключил камеру, отключил микрофон, хочу порепетировать и удивить его этой же штукой. Привет! Можно я сыграю сначала? Нет, я не знаю, могу я использовать это или нет? Не понял. Ты знаешь, как это использовать? Использовать руку? Да, я видел в Ютубе, они играют руками, как на барабане. А. Я умею делать это очень базово. Я могу отработать и показать на следующем занятии. Окей, я попробую. Да. Попробую использовать это. Да. Вау, it's amazing. Блин, это круто. Thank you, bro. You're welcome, man. Thank you. Я думаю, это лучший урок. Я играю только первый день и уже могу сыграть это. Дай пять. Теперь ответь честно. Это твой первый урок? Ты не шутишь? Не, я не шучу. Я просто еще на укулеле неделю занимался. Могу я записать на видео? Я хочу показать родителям. Конечно. Это не нормально. Это круто. Чувак. Да. Я могу сыграть Prodigy. Я ее вчера разобрал за 20 минут. Thank you.
Это офигенно. Ты смотрел видео и повторял? Yes. За 20 минут? Ну, может, 30. I don't know. В общем, мне стыдно, но я должен признаться. Ты знаешь, что это? Это кнопка Ютуба? То есть ты ютубер? И ты знаешь, что это? Это 100 тысяч подписчиков? Или миллион? У меня 2 миллиона. У тебя 2 миллиона подписчиков? И ты знаешь, что это? Что это? Что это? Это пранк. Это пранк? Окей, вау. Это круто, рад встрече. А спонсор этого видео — мой инстаграм axtar.music. Подпишись на него, чтобы там было чуть больше подписчиков. Там 131 тысяча уже недели 3. Не знаю, может быть, будет 130 после этого видео. Посмотрим. Привет. Как ты? Отлично. Это так круто, учить кого-то из России. Ага. Давай посмотрим. Это прекрасно. Круто играешь. А вы можете что-нибудь сыграть на гитаре? Конечно. Надо посмотреть аккорды. Я не умею петь, я хочу играть. Я научу тебя. Я самый лучший преподаватель вокала во всем мире. Знаешь почему? Не-не, ты знаешь почему? Нет, почему? Самые лучшие певцы мира учились у меня. Я преподаю более 40 лет. Я учила петь Beatles. Я учила петь Джона Леннона, Пола Маккартни. Я пою в любых стилях. Ты, похоже, не знаешь, кто я. Посмотри в интернете. Я могу научить тебя играть на гитаре. Что именно ты хочешь? Я могу показать тебе упражнение. Может, вы можете просто показать какую-то популярную мелодию? Ты хочешь, чтобы я тебе показала красивую мелодию? Имеешь в виду на гитаре? Ну да. Не петь, просто играть. Я не знаю никаких мелодий. Позволь сказать. Не важно, что я не умею играть. Я могу легко научить тебя. Я не сижу целыми днями, разучивая песни. Я слишком занята. У меня 5-6 бизнесов. Если ты заплатишь еще 55 баксов, в следующий раз я подготовлюсь. Потому что я не понимаю, что ты хочешь. Я могу попробовать сыграть одну песню. Можно? Того. Хорошо. Да, хорошо. Тебе не нужен учитель. Я была бы рада тебя учить, но ты можешь все сам. Не похоже, что тебе нужен учитель. С такой игрой ты можешь преподавать сам.
На этом все. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если так, то отправь его друзьям, чтобы тоже посмотрели. Поставь лайк и обязательно подпишись на канал. Вот. А если это видео наберет, допустим, 75 тысяч лайков, в прошлый раз я просил 50, сейчас давайте 75, то я выпущу третью часть. Вот. Пока.